Вітаю, Таня. Раді вас вітати, те, що ви завітали на наш фестиваль в Карпати. І взагалі, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до Карпат, до місця, до такого еталонного в Україні для відпочинку, напевно? Карпати я дуже люблю і тепер переїхала обратно в Україну, стараюсь кожен рік проводити семінари. Ну, чаще та осінь, зараз я дуже рада побути тут літом, в такому восхитительному місці. Я дуже люблю Карпати. Достаточно мистическое место, я бы сказала, историческое. Так, мне здесь очень нравится. Я привезла целого малыша, и мы целую неделю здесь наслаждались чистым воздухом, действительно, вот экологически чистое место. Я постараюсь задать те вопросы, которые будут интересны глядачам, которые нас будут переглядывать. Ви одна із самих яскравих постатей в українській йозі і серед жіночої категорії, це точно так. В один час ви, можна сказати, покинули Україну, так? Ви 8 років, якщо я не помиляюся, були в Непалі. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас поїхати в Непал? Чому буддизм, наскільки мені відомо, адже ви займалися саме йогою в ключі індійської плюс-мінус традиції, так? От, що стало причиною таких змін? Я встретила своего учителя. В 2006 году я встретила Чикнима Ринпоче, это мой духовный гуру, учитель. И действительно тогда вот, когда я встретила, я поняла, что вот мой поиск прекратился. Это действительно такое ощущение, вот как пишут в книгах, но пока читаешь, не совсем верится. А когда это с тобой происходит, то да, так и есть. Радар, да, когда человек в поиске. Были у нас ответы на вопросы, как раз тоже на конференции. И подобный вопрос, как почувствовать, встретил ли ты своего учителя. Я сравнивала это с тем, когда вот мужчина или женщина ищет партнера. И когда ты встречаешь, то сомнений нет. То есть, во всяком случае, вот этот радар, поисковик, он выключается, когда ты встретил. Дальше там уже развитие сюжета у всех по-разному, да, но, по крайней мере, это безошибочное чувство. Ты встретил или не встретил? И как в Wi-Fi, да, когда телефон постоянно ищет и не может найти, это очень энергозатратно. Я бы сказала, что такой духовный поиск, пока человек, если все-таки есть запрос на учителя, он достаточно энергозатратен. Когда ты находишь, ну, ты знаешь. Все, как будто бы уже дома. Потом, конечно, только все начинается. Вот. И мы переехали в Непал в 2006 году. Нет, в 2008. В 2006 я только встретила Чикнима Ринпоче. В 2008 мы переехали. И, собственно, 8 лет я находилась. Я там училась при монастыре. А чему так радикально переехать в Непал? Духовного учителя можно было встретить, навідувати. А да. Вы, насколько я розумію, там навчалися, вивчали буддизм, переклад з тибетської мови. Чому ось так от? Дуже радикально. Ну, видимо, у меня такая связь кармическая, я себе это так объясняю. Когда я впервые услышала Чикнима Ринпоче, как он дает учение, я была очарована тибетским языком. Ну, то есть вот это тоже, видимо, связь сработала. И, конечно же, мне захотелось слышать и понимать то, что говорит мой учитель напрямую, без переводчика. Потому что какой бы перевод идеальный, шикарный ни был, это все равно через призму кого-то. Да, даже на таком бытовом уровне, когда что-то учитель рассказывает, они там ха-ха-ха, посмеялись, а все же ждут, когда же будет шутка, а в переводе ее почему-то нету. Даже вот, да, по таким мелочам, или они что-то уточняют, между собой переговариваются. Интересно же, ну а вот что и как? И когда я столкнулась вот впервые с тибетским языком, сквозь учением, да, моего учителя, я была просто очарована. И потом, посетив Непал один раз, второй, я узнала, что там есть Шедра. Шедра – это такой университет, традиционно это название для монашеского образования, классического, но также есть Шедра для иностранцев. Я узнала об этой программе, и мне, конечно, очень захотелось там учиться. Ну, я уже, если за что-то берусь, то делаю, стараюсь максимально качественно, вот, и в традиции. Для меня очень важна линия передачи, поскольку я встретила учителя, узнала потом еще больше, да, поняла, что да, это мое, и чем дальше изучала, то я тоже практикующим всегда рекомендую разобраться. Основа, путь и плод, вот эти три вещи, это тоже
не то чтобы краеугольный камень буддизма, но must have, да, если ты следуешь по духовному пути. Вообще, наверное, прежде чем так бросаться туда с головой, стоит исследовать, чему я собираюсь посвятить, возможно, так, большую часть своей жизни. Ну или вообще поставить как-то на кону, ну, у кого-то там, можно сказать, душа или просветление, реализация. То есть, ну, духовный запрос, он очень сильный, мне кажется, у каждого человека внутри. Когда удовлетворены, конечно, базовые потребности. Да, потом вот нужно же дальше, да, вот нужна реализация. И стоит разобраться, что есть основа в этом учении, в этой религии, в этой традиции. Какой теоретический базис. Потом, какой плод, какая реализация, конечная цель. Если вот она устраивает, есть линия передачи, люди, которые могут научить. Потом, в чем состоят методы. Есть всегда практическое руководство, шаги. В буддизме для меня это просто кристально чисто, вот очень ясно. И я рада получать ответы на все вопросы. Таня, ти повернулася вже 2 роки в Україні. Чому ти повернулася? Завершилось навчання в Непалі, ти реалізувала ті духовні амбіції, які ставила перед собою? Ну, я вернулась, на самом деле, рожать, потому что в Непале это, в общем-то, сомнительное прерогатива, да, сомнительное удовольствие. Ну, вообще просто опасно, я считаю, опасно для жизни. Не с нашими-то врачами, да. Ну, конечно, я в этом плане не доверила бы. Ну, в Індії кажуть, непогані, в принципі, лікарні. В Непалі похуже. Просто, да, сталкивалась с оказанием первой помощи, когда там открытая рана, и, в общем, ну, вот, вот все просто здесь. Там кого-то откачивают за шторкой, тут люди вот заходят в одежде. Ну, просто такой... просто неразбериха и антисанитария. Тут все-таки такой очень нежный процесс. Тобто від вас можна очікувати, що ви повернетеся в найближчі роки в Непал знову? Вот не факт. Знаєш, поки я жила в Непалі, для мене це вот просто чистые земли. Угу. Ну, я Непал именно Катманду, а если ещё более конкретно, то это такой у меня Бермудский треугольник, мой монастырь, ступа, большая ступа Будданатх. И моя квартира тоже очень хорошая квартира, до сих пор ее пока еще держу. И вот в этой, скажем так, в районе Боды, этой ступы, там совсем другая реальность. Вот все, ну, многие люди, кого я знаю, говорят, ты только заходишь в ворота, все, это по-другому ощущается. Когда выходишь за пределы, вот эта вся пыль, грязь, ну, правда, там очень загрязненный воздух. Катманду один, ну, там, в первой десятке по загрязнению в мире. Просто люди думают, Гималайи, классно, там все, ну, там очень некачественный бензин, очень плохие дороги, вот эта вся взвесь, выхлопы и пыль, она висит в воздухе. Просто иногда смотришь, и такой вот, ну, серая дымка бывает. Конечно, в горах там... девственная чистота, леса, эти водопады, да, можно пить воду, все считают, снега, ледники, но туда нужно дойти. Я-то живу в городе. Я ходила несколько раз, трекинги, это потрясающе, стоит, конечно, посещать Непал ради этого, но для меня это духовная родина все-таки. Но когда я уже ходила беременная, у меня сразу, да, гормоны шились. Другое восприятие, то я сразу увидела, насколько, скажем так, для беременной или для маленького ребенка уже не все так однозначно. Вот, поэтому ребенка-то маленького не заставишь эту маску носить, потому что по большей части, если выезжать в город, нужно носить. Ну, я одевала маску, поскольку я увидела, как быстро загрязняется фильтр. Ну, и можно представить, что в легких происходит. То есть, ну, я не готова ребенка тогда вот... ради моїх духовних амбіцій, то іменно були б амбіції такі, от просто зашорені. Зараз, якщо б оцінити ось весь період, що ви були до Непалу і після, як вплинув Непал, духовний наставник, на ваше життя, на вашу практику, на ваші подальші плани? Які зміни відбулися за ці 8 років? Я розумію, так, складне сложно, питання, да, так, сложно. Але... Потому что изменения, они же происходят, ну, не внезапно, это постоянная работа, да, внутренняя, постоянный рост. И пока это происходит, да, ну, как-то привыкаешь в этом жить, в этом изменении. Кажется, ну, и это я, и это, и постоянная динамика какая-то есть. Если бы ты глянула сегодня, 8 лет назад, ты, две людини, как они отрезняются? Ну, очень сильно, поскольку за последние 2 года материнство очень сильно повлияло. Это вот...
я сразу добавлю, просто вопрос тогда можно разбить на две части. Если бы я там, продолжала жить в Непале, просто как на меня повлияло учение и учитель, это одна часть. Я бы сказала, вот на данный момент, по сравнению с материнством, теперь там не с чем сравнивать, да, то это было там, не знаю, 50-60% чего-то вот такого очень важного и сущностного для меня, тобто то, что в моей жизни появилось. Дитина – це другий духовний наставник, який ще більше вплинув. Для меня, да. То есть я опять-таки не призываю, что всем обязательно рожать, но для меня вот это вот самый крутой духовный опыт сейчас. Потому что это самая крутая практика. И это лучшая, нельзя сравнить, сказать, лакмусовая бумажка, да, но такой вот проявитель. А что ты, собственно, действительно достиг? Это вот мой сейчас самый главный учитель. Чудово, гарно. Добре, я так розумію, що ви відомі людям як майстер хатха-йоги в загальному такому визначенні. І зараз ви поєднуєте так хатха-йогу, знання буддизму, буддийські медитації. Зараз от розкажіть про практику, яка вона зараз, ваша практика, ваш стиль, що ви людям даєте, що ви хочете, можливо, реалізовувати якісь свої методики, методології, систематизувати. Що є зараз і що буде в майбутньому, що очікувати від Ані? В будущому я все-таки вже созріваю теж систематизувати і зробити такий якийсь мастер-курс для преподавателей. Тому що мені дійсно є чим поділитися. И вот этот сплав в хатха-йоги и буддийского воззрения, ну, для меня он очень гармоничный. И многим, кто приезжает ко мне на семинары, это тоже, ну, понятно, срабатывает кармическая связь, и притягиваются соответствующие люди. Это всегда очень мегапозитивные и открытые, уже такие вот прям готовые, да, для восприятия. Прекрасная мандала всегда собирается на семинарах. И все-таки я думаю сделать такой мастер-курс, чтобы, ну, можно было так получить от А до Я, ну, более-менее, вот какое-то такое, какое-то целостное воззрение, потому что на семинаре я даю очень много о буддийском воззрении, даю буддийские медитации, это то, что можно ожидать на семинарах, конечно же, много йоги, ну, у меня такой, все-таки, я называю, такой потоковый стиль, да, и он меняется, например, какие-то асаны, вот какой-то спектр асан, 2-3 года я вот сама в нем нахожусь, и, соответственно, через меня вот идет вот в этом направлении. Потом, может быть, чуть-чуть изменится, какие-то последовательности, естественно, ну, для меня, может быть, теряют актуальность. Я их вот так, ну, просто как робот не воспроизвожу, вот то, что идет через меня. Хотя, конечно же, я настраиваюсь на группу, которая приезжает. Вот по внутреннему ощущению, если описать, то я стараюсь максимально отзеркалить, ну, или вот позволить, да, тому потоку, который идет через меня, быть максимально удобоваримым и понятным для конкретной аудитории. Вот, ну, это так чувствую. Как оно уже по факту происходит, лучше уже спрашивать отзывы. Но обычно, да, люди говорят, что я отвечаю на их незаданные вопросы. Для меня это тоже такой критерий. Ти кажеш, що в плані, я так зрозумів, тілесної роботи, ти людям подаєш те, що зараз актуально для тебе. Відповідно, виникає запитання, а наскільки ти сама зараз практикуєш асани? Тому що серед інструкторів дуже часто викладачі, особливо ті, які вже багато років займаються, та вони все менше і менше практикують самі в плані асан. Та, ну, тому що багато в них семінарів, виїздів, занять, тобто вони, в принципі, тілом так чи інакше працюють. Звісно, це недостатньо для власного прогресу, але вони підтримують форму, ну, їм цього достатньо. Як в тебе, ну, з цим? Про прогрес і підтримання форми тут для мене несколько двояко, тому що, ну, я не стремлюсь там в олімпійський резерв, да, или там вот достигнути ще, і ще, і ще більше гибкості. То есть вот, ну, если не говорить о сейчас вот этом достаточно в специфическом периоде материнства, да, все-таки меня это выбило действительно из колеи очень сильно. И я сейчас только возвращаюсь в форму. Я бы сказала, я только закончила кормление. И еще даже бегать не... Я люблю тоже бег. Так, умеренно. Просто бег трусцой, это 3-5 километров. Меня это, правда, очень, очень поддерживает. Хотя я раньше думала, ну какой бег? Еще на тренажерах. Меня вот друг поставил как-то на тренажеры. Я и вот эти вот
металлические предметы. Йога, она же совершенно. Для меня вот раньше было так. Потом я стала на тренажер, пробежала 800 метров, уехалась просто и поняла, что что-то не то как-то. Вот я как-то думала, что я-то лучше бегаю. Я в детстве там кроссы за школу бегала, 3 километра, выигрывала, ну вот, бегала. А потом как-то вот кардио все-таки даже, ну вот, это мое субъективное, сколько в виньясе все-таки не прыгай, другая все-таки кардионагрузка. И для меня вот умеренный бег, я за умеренный бег, потому что марафоны действительно очень истощают организм, и все-таки его нисколько продлевает жизнь, мне кажется, сколько укорачивает. Ну, тоже очень субъективная. Історія марафону, перший марафон, і що з ним сталося? Впав і помер. Вот я просто я чувствую, как это идет моему телу. Вот бег меня очень сильно тонизирует, подтягивает. Я дышу, ну, все-таки это очень глубокая медитация. Я во время бега просто медитирую, поскольку это такое состояние на пределе, особенно там, когда уже появляется, да, вот эта вот планочка твоя, когда становится тяжело. Вот это самое важное для меня время для медитации. Один из римпачей, не помню, кто именно, даже книгу написал, вот он тоже практикует бег, и он соединяет это с медитацией. Я вот к этому тоже сама пришла, поскольку это пограничное такое состояние на грани возможностей, да, вот в тибетском буддизме просто используется особенно вот ситуация, когда человек заболел, это самое золотое время для практики. Потому что когда заболел, хочется все там спасите, вот это вот, вот какая там практика, какие все другие существа, вот мне бы только стало легче. Вот, это самое важное, самое вот, если здесь ты можешь практиковать, тогда ты можешь и в обычном состоянии. А если ты можешь только на коврике, когда все хорошо вокруг, когда тебя никто не трогает, когда открылась дверь, ты, закройте дверь, я медитирую, да, это совсем другое. Вот, поэтому для меня бег — это часть жизни, и сейчас я еще пока не начала. Ну вот только закончила кормление, как-то я не хотела, чтобы это как-то влияло на этот магический процесс. Вот. Поэтому сейчас, вот как я сейчас именно занимаюсь последние 2 года, это не совсем для меня корректный вопрос, я только возвращаюсь в практику. Хотя, там, будучи беременной, я еще несколько семинаров проводила и занималась, ну тоже вот, ну, без фанатизма, скажем так. А по уровню, скажем так, моей амплитуды, да, если брать вот какую-то за всю историю, да, моего йогического развития, где вот было 100%, да, сейчас у меня, наверное, 70%. Ну, тело у меня не слишком там регрессирует, если я не занимаюсь, да, и достаточно быстро восстанавливаю форму. Поэтому мне сложно, да, вот однозначно на твой вопрос ответить. Как я сейчас занимаюсь с ребенком, немножко другая ситуация. Когда получается, тогда занимаюсь. Вот, но меня очень стимулируют, конечно же, и мои онлайн-классы, которые я сейчас провожу. Видео я все несколько раз в неделю я выезжаю просто из дому. Дома невозможно с малышом, поэтому я выезжаю в своих студиях, записываю классы. Соответственно, я сама занимаюсь предварительно или наоборот запишу класс, потом занимаюсь для себя. Ну, это всегда очень приятное такое уединение на коврике. Разумею. Так что да, практикую в свое удовольствие. У меня уже нету, к счастью, я вспоминаю, конечно, это был тоже нужный период, когда у меня было 3-5 занятий в день. А сейчас уже такого нет, конечно. Я уже могу себе позволить заниматься, вот когда мне хочется, да, или выстраивать уже график как-то, ну, больше, учитывая возможности или ограничения тела. Так, чтобы его не перевантажувати, не перегружать. Ми зараз на Carpathian Yoga Fest, сюди з'їхалися люди зі всієї України і не тільки. Ну і, власне, всі в захваті ваших класів, так, особливо я помічаю жіночу частину, багато хто в кулуарах говорить, так, що на вас материнство вплинуло, що є якийсь особливий жіночий магнетизм. Продовження питання, з чим ви приїхали саме на Карпатський фестиваль? Що ви тут представляєте, що ви тут представили? Які класи, що ви хотіли донести людям? Яка ваша мета була? Ну, я так, да, заранее планувала тематику и какую-то тему классов, поэтому я остановилась на
лайфхаках или каких-то советах о том, как привнести йогу или создать привычку практиковать каждый день, это или вплетать йогу в повседневную жизнь. Угу. Я на эту тему достаточно много говорила. И здесь тоже были искусные буддийские методы, потому что они, на мой взгляд, очень мудрые. Угу. Здесь усилия без насилия, на мой взгляд, очень важно. И такими коротенькими перебежками, но самое важное – это постоянство. Ну а брать себе, например, небольшие обеты в плане ямы, не ямы, я очень много говорю, потому что для меня это все-таки это суть йоги и основа. Потому что обычно на классах в йога-студиях, все равно люди приходят поработать на коврике. А если инструктор сядет и будет говорить 40 минут о яме, не яме, как-то, мы все знаем, да? Это очень специфическая тема, но все-таки на семинарах я всегда этого касаюсь, но это же базис, да, потому что мы накачаем все, что было, и все хорошее, да, все, что у нас было, но точно так же весь негатив или дурные эмоции, они точно так же подкачаются и наполнятся силой. Тут якраз доторкається, на мою думку, буддизм і йога, саме ямі, не ямі, як найбільше. Да, очень-очень похоже. Так, якщо практична частина, вона відрізняється, от сама оця базисна, вона. Да, практическая очень отличается, потому что в Тибете, в Непале люди иногда ошибочно думают, что там такие все йоги-йоги. Вот это вот в наше время популярная тибетская йога. Там есть действительно асаны, которые из Индии взяли махасидхи и их практиковали. Просто для поддержания тела. То есть там не было, холодно, реально холодно, выше 4500, вечный снег и выше дальше. Люди сидели в пещерах. Конечно, им нужно греться, поэтому для практики тумо взяли самые сущностные какие-то асаны, они все есть. Это относится к тибетской йоге. Но так, чтобы вот просто расстелили коврик, вот как это в западном мире сейчас, часто для красоты, для схуднения, для того, чтобы хорошо выглядеть, тибетцы вообще об этом, конечно, не парятся. Они смотрят вот в суть, да, и вот им нужно не мерзнуть и практиковать внутренний огонь. Они только исключительно практично для этого. И не так уж важно, как они выглядят, они, в общем-то, более счастливы в этом плане и довольные, удовлетворенные люди. Но много, конечно, таких, скажем, обманных течений, да, под соусом тибетской йоги сейчас подается. Ну так, особливо йога тумо ви згадали. Да. Дуже така цікава для всіх тема. Вот удивительно, да, это как-то цепляет всех западных практикующих в первую очередь. Яскраво, сел, загадково. Растопил снег, круто. Як це, сам хочу. Да. Чтобы не мерзнуть, очень. Но это да, это есть, это работает, но это не та практика, которую вот так вот пришел и тебе сразу дали. Образно говоря, ее нужно заслужить. Это требует, не знаю даже сколько лет, все-таки хорошей такой подготовки. Прежде всего, нравственной и моральной, на мой взгляд. Потому что если человек, эго свое не укротил, это же все равно эго, да, гордыня. Uh-huh. Я хочу интересненько, эффектненько снег растопить. Ух, будешь, наверное, хвастаться или для себя, вот я такой. Это не та мотивация, с которой стоит приступать. Это вообще побочный эффект практики, нужно вот это подчеркивать. Это просто побочный эффект практики. А зачем ты будешь сидеть в той пещере, где тебе нужно согреваться? Там нету кому показывать, не перед кем выпендриться. Ты действительно занимаешься очень глубоким таким, идешь по пути с істинним отриченням. Що ви скажете про наш фестиваль Carpathian Yoga Fest? Що вам запам'яталося, на що ви звернули увагу? Чи взагалі потрібні такі проекти людям і в Україні, зокрема? Звісно, дуже потрібні. Я, Юра, дуже благодарна тобі як основателю цього фестивалю. Це те, що стоїть робити. Я тільки приїхала предыдущий день, а на следующий у меня уже было занятие, я пошла с утра посмотреть на уровень подготовки, мне же тоже нужно давать, учитывая, кто собрался. Я была впечатлена таким средним уровнем подготовки, достаточно высоким. И в пространстве, как насколько я считываю, чувствовалась искренняя заинтересованность. То есть сюда доехали люди. Я думаю, что многие хотели, в силу каких-то обстоятельств не сложилось, но тут уже, свои кармические были препятствия на это. Те, кто приехали, это
те, кто живет этим. Ну, я общалась, и люди задавали вопросы, были еще дополнительные встречи и в бане, и на чай меня, и туда, в общем, вот эта жажда знаний и открытость восприятия, не то, что вот задать вопрос, ну, как бывает в некоторых городах и странах, иногда люди такие каверзно задают вопросы в зале, на самом деле им не важен ответ вообще, они просто хотят задать вопрос, и сверить, ну, может быть, что-то сверить. Или там, да, для себя поставить, ну, знаю там. Ну, вот это прям чувствуется, когда задают вопрос, а там чаша полная, вообще туда, они даже не слушают. Здесь вот жажда и восприимчивость меня очень тронули, конечно. И когда вот есть такая открытость, я, конечно же, с удовольствием делюсь и могу там экстра и экстра еще часы, вечера общаться. Ну, это было очень насыщенное, наполненное общение для меня тоже. Вот вчера мы до 12, наверное, с ребятами, и уже и возле костра, и под звездами, и чай, и бани. Да, было очень насыщенное общение. Я благодарна всем, кто приехал. Приезжайте еще и еще, правда, это того стоит. Я не спрашивала на своем классе, сколько было из скольки стран и городов, но вот из того, что я слышала, да, очень широкий спектр. Даже вот, так насправлю. Если вы считали, да, то очень интересно даже в итоге услышать, сколько было стран участников и сколько разных городов. Ну, из Украины, по-моему, это всюду приехали люди, это было для меня очень показательно. То есть не только там, кто живет вот здесь, в районе Карпат, вот отовсюду, Одесса, Харьков, Запорожье, Киев, Черновцы здесь, Чернигов, Чернигов возле нас, да, но отовсюду, правда. Что бы хотіли от зараз останнє побажати учасникам цього фестивалю наступним? Ваші побажання? Продовжуйте практику. Это самое важное. Если у вас нет духовного учителя, ну, такого вот, что когда вы нашли, чувствуете, что поиск прекращен, да, я бы рекомендовала взращивать и произносить, манифестировать Вселенной свое намерение встретить своего духовного учителя, потому что, на мой взгляд, конечно, на духовном пути это самое важное, даже не, я не скажу составляющее, это ключевое. Ну, по своему опыту просто скажу. Продолжайте практику и обязательно, конечно же, с усилием, без насилия. Я за баланс, баланс во всем. Потому что крайности, ну, это всегда очень трагично и плачевно. И, собственно, говорит о том, что практика, наверное, еще не началась. Дякую. И здоровье, конечно же, всем. Прежде всего, здоровье. Потому что без здоровья любые другие сферы жизни, достижения, семья, карьера, путешествия, тот же духовный путь, подвижничество, ну, оно никак не будет вообще актуальным, пока нет здоровья. А, собственно, йога – это то, что как минимум профилактика для тех, кто пока молод, да, занимайтесь. Те, кто молод, занимайтесь профилактикой, это гораздо эффективнее, чем потом лечение. Неважно, в каком возрасте кто начинает заниматься, никогда не поздно. То есть вот йога – это действительно, ну, не хочу, да, так, панацея, но это действенный и такой целостный метод. Вот ее, в принципе, действительно хватит на всю жизнь познавать и познавать. Так что никогда не поздно. Кто не начал, начинайте. Присоединяйтесь. Спасибо. Дякую, Таня, за приїзд, за чудові класи, за інтерв'ю. Спасибо. Думаю, скоро зустрінемося. Да. Успіхів вам. Спасибо.